В этом видео ты узнаешь, как бесплатно забрать все 8 NFT абсолютно легко на ранней стадии тестнета Venom. Обязательно смотри это видео до конца, чтобы претендовать на ретро-дроп. Для начала скажу, что Venom — это блокчейн, созданный для децентрализованных приложений и Web3. И также венчурные компании VOE открыли фонд на 1 миллиард для развития Web3. Это очень крутая новость, поэтому ни в коем случае не пропускай этот тестнет, чтобы потом не горевать. Фонд в 1 миллиард долларов, а на комьюнити выделено более 22%. Я думаю, это о многом говорит, поэтому давайте перейдем к делу. Друзья, ну и пару слов. Большая просьба подписаться на мой телеграм-канал. Там мы различные действия делаем. Это собираем портфель долгосрочно, это разыгрываем деньги, также различные аирдропы, поэтому обязательно жду вас в нашей криптосемье. Самое первое, вот здесь тестнет веб-сайт, нажимаем, вы перейдете на такую вот страницу. Вам первое, что нужно сделать, либо скачать приложение, либо установить Google расширение. Если это делаете с компьютера, обязательно скачиваем Google расширение. После этого у вас создается вот такой кошелек, фразу обязательно выписываем куда-то в блокнотик. И прежде чем выполнять вот эти все задания, которые уже выполнил, вам нужно будет подписаться на Twitter, зайти в Discord, в общем, подключить все свои соцсети. После этого вот здесь подключаем наш кошелек, и у нас есть две вкладочки, это Earn NFT Achievement и Get Testnet. Что это такое? Давайте перейдем от Jet Testnet Venom, нажимаем. Именно в этой вкладке у вас ежедневное задание, за которое вы будете получать тестовые токены Venom. Она обновляется, вот здесь вот датчик можете посмотреть, точнее счетчик. Что нужно сделать? Нажимаем кнопку старт, и у вас здесь будет один вопрос, на который вы должны правильно ответить. И вот вопрос, сколько цепочек поддерживает Venom? Это первый ответ, нажимаем отправить. Все, мы все выполнили и можем заклеймить наши токены. Это самое первое, что нужно сделать. Здесь также вводим наш пароль. Каждый день будут разные вопросы. Их можно найти в white paper, либо в другой документации, Medium, например. Поэтому, либо посредством исключения можете выбрать правильный ответ. Если у вас транзакция прошла, вот здесь сверху видите вот такой вот значок. Вы можете, если не ошибаюсь, 5 раз в день клеймить токены. И после этого ежедневного внизу вот здесь вот показано, что можно подписаться на различные соцсети. Вот здесь 10 токенов дают, 40, 15, 30. Обязательно все это сделайте, чтобы у вас примерно 100 токенов было. Именно эти токены нам потребуются для выполнения всех NFT, чтобы их заминтить. Так что их не распыляйте сильно. Друзья, чуть не забыл, обязательно выполняйте задание на Zelle. Это Crew3. То есть вы можете все это выполнить, а потом перейти сюда. Ссылочка обязательно будет. И вот здесь все также выполнить. Это будет только плюс для ретродропа. Теперь давайте перейдем к главному событию, где мы будем минтить NFT. Всего на данный момент доступно 8 штук. У меня написано, что 8 заданий я выполнил, скоро добавятся вот эти задания NFT можно. Но пока их нет, давайте по порядку. И выбираем первую вкладочку Venom, нажимаем Explore. У вас вот здесь все будет заблокировано, я уже выполнил, я буду просто показывать, что нужно сделать. Первый NFT легко минтить, это подписаться на Twitter и также сделать ретвит. После того, как вы это сделали, вот здесь кнопочка Check. Нажимаете на нее и проверяет. У меня не проверяло минут 10-15, потому что загруженная сеть. Вы можете сделать это задание, но будет проверять минут 10. Обязательно нажимайте чек-чек, обновляйте страницу. И после этого, как загорится у вас минт NFT, нажимайте минт. Минт тоже иногда глючит, потому что это тестнет. И получаете первую NFT. Задание номер 2 вам нужно отправить от одного токена и выше на вот этот кошелек. Для этого мы его копируем. Вот здесь нажимаем копировать. Переходим в наш Venom Wallet. И нажимаем кнопку отправить. Тут вставляем этот адрес. Amount — это сколько количество, нажимаем 1 либо больше, и вот здесь вводим пароль, подтверждаем, отправляем транзакцию. После того как сделали, минтим второй NFT. Третье задание — Web3 World. Первое — это подписаться в Твиттере, второе — это свап токен. Вот здесь вот ссылочка, на нее переходим. Я лично сделал пару свапов, это Venom поменял на обернутый Venom и также на USDT. И вот здесь, в принципе, вводите ту цифру, которую вам нужно, и нажимаете отправить. Если у вас первый раз вы делаете, здесь будет, скорее всего, approve. После того, как это сделали, спустя какое-то время нажимаете чек, потом claim. Далее у нас добавить ликвидность. Вот здесь вот тоже ссылочка, нажимаем. Видите, сейчас все летает, в принципе, очень удобно, потому что вчера это все глючило. Вот у меня есть ликвидность, которую я уже добавил. Как это сделать? Вот здесь Add Liquidity нажимайте, и тут добавляете пару. Примерно у меня есть ST Venom и USDT. И вот здесь вот Connect Pool нажимаете, и у вас коннектится. То есть добавляете ту пару, которую у вас есть токены. После этого также нажимаете чек и подтверждаете. И третье, нужно зафармить, и также нажимаем эту ссылочку. Это так называемый фарминг пул. Нажимайте на любой пул, который вам удобно. И вот здесь нажимаете Deposit LP Token. Тут нажимаете Amount, сколько мы добавляем, и лог период, на какое время. И нажимаете Deposit. Вот мой депозит. Также нажимаете Check. Если все правильно сделали, у вас загорится Mint NFT, и у нас уже третья NFT.
Четвертое задание — это Venom Pulse на другом уже сайте. Нажимаем Explore. Где-то задание 2, где-то 5 по-разному. Тут мы должны добавить в стейк наши Venom. Нажимаем. Вот эта страница у меня грузилась 5 или 10 минут, поэтому обязательно подождите. И после этого также нажимайте чек и минтите уже четвертую NFT. Пятая NFT — это Venom Bridge. Мы должны перегнать наши токены через мост. Первое задание — подписываемся на них в Твиттере. Второе — мы должны отправить наши токены тестовые в любую сеть. Это Ethereum, BCScan, либо Phantom. Я отправлял в BCScan, потому что это дешевле всего. Первое задание, которое нам нужно сделать, это отправить Venom на Binance Smart Chain. В моем случае тут мы выбираем Venom и тут Binance Smart Chain. И выбираем абсолютно любой токен. Сразу скажу, транзакции обрабатываются не всегда быстро, поэтому ждите, не закрывайте вот это окошечко, иначе токены загорят, заново придется. На Binance Smart Chain потребуется буквально там 50 центов, поэтому небольшую комиссию оставьте туда и обратно. Все, после этого, как мы сделали, отправляем назад. Теперь мы выбираем вот здесь вот Binance Smart Chain и здесь Testnet Venom. И выбираем ту монету, которую мы отправляли. И также назад отправляем. Шестую NFT мы можем получить, выполняя стейкинг. Что для этого нужно? В принципе, ничего сложного. Вот здесь вот также сайт. Вот здесь сверху подключаем наш кошелек и отправляем стейкинг той количество монет, которое вам удобно. К примеру, 10, и нажимаете стейк. И у вас высветится вот такая транзакция, которая обрабатывается. Все, после этого также нажимаем чек и минтим уже шестую NFT. Седьмая NFT и самая сложная именно по времени — это Oasis Galleria. Тут нам нужно подписаться на их Twitter, купить NFT и залистить NFT, которое вы купили. И после этого можем заминтить вот такую NFT. Во-первых, нажимаем Testnet Oasis Galleria. Попадаем на Marketplace, где различные NFT тестовые. В чем, собственно, была сложность? Нажимаем вот здесь Explore. Сложность в том, что здесь все выставляется на аукцион, а нам нужно прямо сейчас купить и продать, чтобы выполнить задание. Именно для этого нажимаем вот здесь кнопку Item. Во вкладке Sale Type нажимаем и вот здесь Buy Now, то есть купить прямо сейчас. И вот здесь вот, где Name, нажимаем Price Low to High, то есть с самого низкого до самого высокого. И вот здесь находим те NFT-шки, которые не на аукционе, вот здесь видите, на аукцион все равно не работает, а которые можно купить прямо сейчас, чтобы это все быстро произошло. Их выкупают очень быстро, потому что много людей сейчас. Вот, например, один Venom нажимаем, вот здесь сразу Buy Now. Нажимаем Confirm, там транзакция 3-4, это 3-4 Venom. И вот здесь сразу нажимаем подтвердить, вводим свой пароль. Делаем это быстро, чтобы мы успели купить NFT. Если у вас все будет хорошо, вот здесь загорится зеленым. Если не получилось, кто-то быстрее вас, загорится красным. И делайте то же самое, пока не купите. После того, как вы купили, вот здесь нажимаете чек. Теперь нам нужно залистить. В принципе, делайте то же самое. Нажимаете My NFT. И вот здесь будет ваша NFT-шка. Нажимаете на нее, нажимаете либо аукцион, либо продать сразу. Выставляете абсолютно любое число, так как нам нужно не продать задание, а просто поставить в листинг. И после этого минтим уже седьмое NFT. И восьмое NFT, последнее, Venom Pad, нажимаем. Одна из сложнейших. Шучу, здесь просто подписаться на Twitter и сделать твит и заминтить. После того, как вы все это сделаете, у вас будет 8 NFT. Вот здесь делайте скриншот всего экрана, либо телефона. И переходим в Discord. Вот здесь находим вкладочку Feedback. Здесь вы вставляете ваш скрин, пишите Feedback, понравился вам тестнет или нет. Рекомендую прям хорошо написать. Я написал огромное сообщение. И вставляете ваш кошелек Venom. То есть берете, заходите сюда, Venom Wallet. И вот здесь вот копируете и отправляете. Кстати, вот здесь в кошельке ваша коллекция, можете посмотреть все ваши NFT. И не забываем, друзья, после этого зайти в Zelle, ссылочка будет в описании, и вот здесь все выполнять. Заходите там раз в неделю, смотреть, какие задания добавились. Также подпишитесь на Telegram, там я буду рассказывать о новых NFT, которые появились, и всех других заданиях. Всем спасибо, всем пока.